До 30 июня на Алтае из-за проблем с топливом перестанут ходить несколько пригородных автобусных маршрутов. Перебои в движении, как заявляют в региональном Минстройтрансе, коснутся 125, 120, 561 и 571 маршрутов, которые отправляются с Барнаульского автовокзала в Новоалтайск, Белокуриху, Чимал и село Алтайское. Это связано с ежегодным ремонтом единственной в крае метановой АЗС. Переходить на другой газ перевозчики не спешат, так как сейчас метан является самым дешевым топливом – 13 рублей за литр.